Ребята, всем привет! Сегодня я наконец-то хочу начать снимать новое видео. Это начиная новые раскраски вместе с вами. У меня сейчас, по-моему, 6 неначатых, но выбрала я вот эти вот две. В первую очередь это Ханна Карлсон «Сказки из лесного царства». Так, вот сейчас я вам покажу, какую я, так сказать, заприметила. Вот эта вот девочка, скорее всего. Что-то вот я представляю, такое фиолетово-розовое все. Обязательно здесь испробуем акварель. Посмотрим, как бумага себя вообще покажет, выдержит ли. Может быть, не акалоры. Ну, максимально попробую все-таки, попробую все использовать. Так, и, возможно, все-таки перед тем, как испробовать акварель... А, я думала здесь... Ну, понятно. В общем, хотела здесь попробовать, но здесь все-таки есть картинка. Ну, ладно, тогда будем сразу на этой картинке. Я надеюсь, что ничего не поменяется, и все-таки буду я ее раскрашивать. Ну, если что-то изменится, я вам, конечно, обязательно скажу. И вторая это... Вот такая вот моя самодельная раскрасочка. Буду называть ее условно Dark Fantasy, но здесь иллюстрации одного определенного автора. Энис Гуэреро, как-то вот так я, честно, не знаю, как правильно произносить. Такой у меня сборничек. Здесь пока что у меня всего две, получается, 20 иллюстраций. Но первую я хочу именно начать с обложки, потому что я хочу, чтобы она у меня была как именно как раскраска, и чтобы эту страницу я раскрашу, я оберну в обложку, чтобы ничего не потрепалось. Так, задумка у меня здесь такая. Фон сделать какой-то такой темный, что-то ближе к индиго. Вот эти вот всякие значки и круг я хочу сделать золотом. Одеяние ее красным. А пока, ну, остальное волосы не знаю. Ну, что-то такое довольно мрачноватое хочется сделать. Так как название и содержание этой моей раскрасочки соответствует. Ну, я буду включаться вам, все показывать, как у меня идет процесс. И до встречи. Так, вот хочу показать вам такой промежуточный результат. Сделала фон акварелью. Это вчера вечером еще делала. И вот сегодня решила добавить пастельную, по-моему, лавандовую. Ну, как-то вообще, если честно, даже незаметно. Вот в книгах Ханны Карлсон, вот эти, которые маленького формата, вот маскарад и вот это вот, у меня, мне кажется, вообще все фиолетово-розовое. Почему, я не знаю. Как-то автоматически получается. Ну вот, как-то так пока. Остальное буду уже карандашами раскрашивать. Так, и вторую вам покажу. Тоже я здесь сделала фон акварелью. Это индиго. И тоже с грануляцией добавляла... Ой, как она называется? Это Дэниел Смит. Вот. Ну, цвет уже не помню, какой именно. Так, вот буду дальше раскрашивать. Ну, какие-то моменты буду вам показывать. У меня здесь, как всегда, помощница моя. Без нее никуда. Как только я села за свой стол, все тут как тут. Я так смотрела видео у многих кошки. Некоторые возмущаются на видео, некоторые лезут прямо на руки. Ну, вот так вот и раскрашиваем. Девочки волосы начала. Ну, кисуля. Ну, не знаю, как вот раскрашивать дальше. Вот здесь такая вот серая бегает.
Сейчас я приступаю к следующей иллюстрации. Ту я уже закончила. Вот сейчас золотым маркером из Фикс Прайса обвела вот эти вот значки. Я не знаю, как они называются, какие-то магические символы. Хочу их делать, в общем, золотыми. Вот пока из этой общей мешанины их, так сказать, выделила. И потом буду как-то усиливать этот золотой эффект. Ну, пока не знаю, чем. Возможно, акрилом. Девушку хочу сделать такой какой-то бледноватой. Одеяние красное. Ну, волосы, возможно, черные. Но это еще не точно. Помощница все тут же сидит. Ну вот, в общем, включусь еще. Я раскрасила кожу. Говорила, хочу, чтобы бледненько, да, получилось, но не вышло. Бумага здесь довольно такая фактурная, и полихромусы вот очень так ложатся. Ну вот как на волосах. Все я заблендрила вот таким. Это карандаш Luminance, по-моему. Так, как он называется? Pink White. Сделала такой подтон волосам синий. Но волосы будут черные. Глаза и губы я еще не дорабатывала. Вот когда волосы сделаю, уже буду как-то более так. Более подробно дорабатывать. Заговариваю, что фокус вообще плывет. Ну, пока вот так вот. Наверное, уже покажу вам в итоговом, так сказать, заключительном отрезке, где уже покажу готовые работы. Здесь уже смысла показывать нету. Ну, вот так вот. Ну вот, на третий день я уже закончила работы в раскрасочках и готова вам показать. Так, первое — это Ханна Карлсон. Здесь у меня получилась вот такая девчушка, какая-то улиточка. Раскрашивала, наверное, если вы знаете, по джокеровской палитре. Это вот такие фиолетовые, синие, сиреневые тона и плюс оранжевый с темным красным. Нравится, как получилось. Здесь я раскрашивала призмами. Они здесь себя отлично повели. А фон — это акварель. Ну, фон, так сказать, можно, я запорола. Ну, в принципе, если вот так издалека смотреть, то нормально. Давайте вам чуть поближе покажу. Над грибочками я сделала такие какие-то, не знаю, блестящие, светящиеся частички. И вот на ее, как это, рожки сказать, не знаю, усики. Ну, в общем, вы поняли. Вот именно вот я что задумывала, то у меня и получилось. Чему я очень рада. Обычно что-то представляешь себе, но выходит не так. А вот здесь вот прям как хотела, так и вышло. Понравилось раскрашивать в этой книжечке. Бумага классная. Лицо, кстати, кожу, ну, здесь она совсем маленькая, но я раскрашивала полихромусами, тоже, в принципе, они нормально так легли, повели себя. Но призмы прям вообще отлично, понравилось как. А вот еще, кстати, добавляла блестящую ручку пентелевскую. Наверное, вот вам видно на цветочках и вот на этой вот, на домике улитки. Вот такая вот работа, в общем, вышла. Считаю, что отличное начало для этой раскраски. Что задумано, то и получилось. Так, и вторая — это у меня Энис Гуэррера. Ну, я так называю Dark Fantasy. Здесь вот такая вот девушка. Такая мрачная. Не знаю, какая-то будто бы сектантская. Немного похожа. Бумага здесь, в общем, очень такая пористая оказалась. Как вам показать? Ну, наверное... Ну, я даже не поняла, в чем она акварельная, потому что как-то акварель... Ну, вроде бы хорошо, но чего-то другого ожидал. Буду, в общем, еще бумагу какую-то пробовать. Так.
Здесь я уже раскрашивала все полихромосами. Такие вот волосы у нее сине-черные. Как, ну, в общем, как задумывалась, да, так все, в принципе, и вышло. Тоже мне очень понравилось. Волосы, конечно, вот и за счет ребристости как-то было вот сложно такую какую-то поверхность сделать гладкую, лощеную. Но, в принципе, мне вот и так нравится. Такие отблески, будто немного сединой какие-то, как-то так вышло. Тоже лицо вполне так симпатично. Хотела, конечно, побледнее, но что-то не так пошло, и вот как-то так получилось. В общем, тоже задумка моя здесь исполнена. Я хотела тоже такой вокруг темный фон мрачный, вот эти вот светлые ветки такие, и девушку черноволосую в красном. Ну, такая ведьмочка, сектантка, я не знаю кто. Какие-то у нее пентаграммы. И вот эти вот золотые символы я сначала сделала маркером из фикс-прайса золотым, а сверху ручкой золотой тоже гелевой. А вот это вот с ультраблеском. Очень она классная, конечно, блестит реально так очень хорошо. Ну, вот такое вот начало у меня, в общем. Я справилась, считаю, что, в принципе, очень быстро как-то все пошло у меня так легко и гладко, и с удовольствием раскрасила. Теперь, конечно, хочется еще и еще в этих книжках раскрашивать, но у меня еще на очереди еще. Здравствуйте, помощница. Еще на очереди 4 неначатых. Ну, посмотрим. Под что будет настроение, то я и буду раскрашивать. Ну вот, в общем, начала я раскрасочки. Напишите, понравились ли вам работы. Какая, может быть, больше понравилась. Ну и всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и заглядывайте ко мне в Инстаграм. Всем пока!